Улица Западная покрылась полноводной рекой. Об этом нам сообщили люди, проживающие в частном секторе. По их словам, все годы, сколько они себя помнят, сопки текли грунтовые воды. Но уходили они в специально проведенную для этого трубу, которая идет под дорогой, никому не преграждая путь и не вызывая неудобств. Вся вода по этой трубе уводилась от домов. Буквально этой осенью ситуация изменилась. Потом, вот сколько уже, наверное, с месяц вот эта вот беда вся. Видать, труба забилась или что, понятия не имеем. Вода пошла сюда. Она раньше шла, почему-то поначалу пошла вот там внизу у меня под гаражом. Вот мы немножко здесь углубились, чтобы пустили воду, чтобы она хотя бы участок не топила. Вот. Правдами-неправдами добились до того, что приехала машина с ГЛУДа. Приехали, сказали, что забита канава, вы чистите, у нас нет техники. И все, развернулись и уехали. Вот. Это вот сейчас заморозков нету. А заморозки пойдут, вы представляете, что это вот эта наледь вся поползет вниз. Как бы хорошего мало. Мало того, что меня затопит всего. И по улице здесь, ну просто никто не проедет. А зимой копать это все в разы дороже и дольше все будет. Это, по крайней мере, мое мнение. Мы обратились в ГЛУД за комментарием, чтобы выяснить, какие у них планы по устранению разлива. Там какими-то сторонними людьми была полностью засыпана ливневая канализация, я даже не знаю сейчас, как что с ней делать. Вот кто там проживал, там, видать, ниже, там, магазин, или что-то еще, полностью засыпано. У меня нет сейчас ни сил, ни средств это все делать, чтобы выкачивать эту воду, кто замерзнет. Она попадала в трубу раньше, потом, когда там какая-то там, это, там какой-то тоже частный дом был, магазин там какой-то там рядом, где-то труба, они ее взяли и засыпали. И засорилась полностью вся ливневая канализация, там полностью стройка нужна. Полностью переделывать надо. Что-то не вскрывать всю дорогу и все это. На это ни финансирования, ничего нет у нас. Мы будем поддерживать это все дело, будем стараться вводить воду. По этому поводу жители микрорайона обратились и в Центр управления регионом. Там ответили, что проинформировали Управление административно-технического контроля. Ведомство контролирует соблюдение правил благоустройства. Обещали провести повторное обследование территории. Анна Корнетова, Илья Пачин. Специально для Карибу.